Всем привет, я нищий в криптовалюте, и как я планирую это исправить? На этом канале я планирую вести как дневник свои действия в крипте, просто какие-то моменты делать раз в месяц, в два месяца, какие-то изменения, может, по портфелю, по моим действиям. Ну и вы так увидите, как любой децл сможет легко разбогатеть на криптовалюте. Мы идем дальше, посмотрим вообще, что у нас имеется за это время. Между прочим, неплохо так набрал видос, где я говорил, что как я легко заработаю миллионы на криптовалюте. Я просто сделаю много видео, которые будут о бирже, где заработаю на реферальной программе. И мне уже в комментариях начали писать, что это не получится, те системки намного сильнее. То есть хейтеры имеются, да? Мы идем дальше. То есть я вижу эту проблему. Какая конкретно проблема? Это некоторая недостаточность ликвидности. Если говорить более простым языком, то деньги были, деньги будут. Сейчас денег нет. И множество путей решения этой проблемы. Вот, как-то так. Я осознал эту проблему, да. Денег лучше было бы побольше, чем ноль. И я планирую это исправить, чтобы их было больше. Вот. Записываю вот такие видосики. Они больше как вспомнить тоже, посмотреть. Это через 5 лет, когда я такой, типа, миллиардер. Такой смотрю, что? Также, кто еще там не зарегистрирован на бирже, ссылочки все будут в описании. Так, мы идем дальше. Уже 2 минуты я рассказал. Если по факту, вот основная цель, это сделать такой проект, где я показываю, как я, условно, ну, практически с нуля, делаю такой YouTube-канал, который мне приносит деньги, приносит мне рекламу, узнаваемость, когда меня никто не знает. То есть, понимаете, о чем я, да? Что показать, что любой может заработать, если будет делать много видео, делать их правильно, не сдаваться, то у него все получится. Не писать каких-то отговорок. И это также некоторый стимул для меня. То есть, ну, я бы как бы сказал, что заработаю миллиарды денег на своем YouTube-канале, там, хитрочки уже появились, которые пишут. Ну, я вот сейчас могу прочитать, да, полностью, там, чувак, есть темки намного сильнее. Все, что ты сказал, выглядит не мега структурировано. Сядь, разбери все нормально. Составь что-то наподобие бизнес-плана. И еще, какие нахер YouTube-видео? Мне еще неплохо заполнено. Плюс ничего нового не придумаешь. Знаний не хватит. Соответственно, залетать в эту тему с роликом YouTube выглядит ужасно. Ужасно по сравнению с тем, что ты мог бы делать. Я у него спросил для интереса. Ну, типчик, а что я бы мог, например, сделать, да? Если ты такой умный, да? Он мне начал какую-то воду писать, в итоге мне не ответил, да, что он может сделать. Я у него сам спросил, вообще, кто такой чел, да? То есть, ну, знаете, как правильнее было бы слушать советы от тех, у кого уже за спиной есть какие-то результаты, кто что-то сделал, кто что-то имеет. А вот говорить балабой, да, в интернете, ну, по факту, может любой. И поэтому всегда фильтруйте информацию, там, кто вам что говорит. Допустим, я, Ростиксон. Я, может быть, да, у меня были некоторые ошибки в некоторых моментах, но у меня есть некоторый опыт в Ютубе. У меня много людей, кого я знаю, кто снимает в Ютубе, на нем зарабатывает, да? Мы можем зайти контент. У меня опыт работы с криптовалютными проектами. 174 видео про Gate.io. Вы серьезно думаете, что каждый из них был бесплатным? Нет, это не так. Я заработал на Ютубе, но мало заработал. И сейчас у меня задача, чтобы я не был нищим. Благодаря Ютубу. Только благодаря Ютубу. Только благодаря ревкам даже так. Не рекламе, только благодаря ревкам. У меня есть опыт за спиной. Я уже делал, уже зарабатывал на Ютубе. Притом без ревок. Ну, практически, да? Потому что у меня тогда фокус был на другом. На быстрых живых деньгах. Сейчас я повзрослел. Понял, что надо мыслить в долгую, да? И все будет. То есть, я бы верил лично себе. Ну, потому что вот так вот. Хитрикам всем покажем. Притом, как-то так.
То есть YouTube мне принесет миллион денег, миллион долларов. Просто легко. Он еще говорит, ты рассказываешь это как-то легко. А смотрите, основная задача. Первое. Сделать обзор биржи, да? Чтобы там было понятно. Второе, это оставить ссылку на регистрацию. Третье, чтобы были просмотры на видео. Все. Все, это все, что нужно. И сказать типчикам потом, братки, у тебя нет вот аккаунта на Binance, да? У тебя его нет сейчас. Смотри, ты будешь торговать много. И с миллиона долларов ты заплатишь комши там, $1000, да? Ладно, нет, $100. С миллиона долларов объема торгов. А 10% скидка моя, которая по ссылке в Телеграме, она тебе даст 10%. То есть ты $10 сэкономишь. Понимаешь, это увеличит твою прибыль, особенно если ты трейдер. А за все время ты наторгуешь намного больше в крипте. Поэтому регистрируйся по моей ссылке в описании, если у тебя нет аккаунта на бирже. Вот, то есть, ничего не нужно, чтобы были рефы. Нужны, смотрите, точнее нет, не нужно много. Нужны просто просмотры, грамотное объяснение того, о чем ты рассказываешь, и грамотный подвод к твоей ревке. То есть вот, все, что нужно. Просмотры, объяснения. То есть даже картинка не важна, по сути. Если у тебя будут просмотры, то все. Если ты объясняешь нормально, то как бы легчайше. И вот и все. То есть, как бы, в чем вопрос? Вопрос лишь в том, что мне нужно будет действительно это сделать. Сейчас вот, допустим, после этого видео я некоторый контент-план, да, наперед сделаю. Напишу менеджеру, чтобы он что-то делал, да, там уже наперед мне сделал превьюшки, а видосы я позже сделаю. То есть вот как-то так, да-да. Пока что нищий, но скоро миллионер. Потом, вы знаете, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Ростиксон. Ну, я тавочи на фон сейчас включим, чуть-чуть вот послушаем. Типа атлет, печалки, типа не лет, миллионеры из